церемония открытия первой комплексной спартакиады среди всех образовательных учреждений округа Пушкинской школьной лиги провели сегодня на базе спорткомплекса «Олимп» в Ивантеевке. На торжественном мероприятии собрались представители спортивных команд, готовые к захватывающим соревнованиям и новым достижениям. К ребятам со словами напутствия обратились глава Пушкинского Максим Красносветов и председатель окружного совета депутатов Артем Садула. Важно начало большой истории. В рамках спартакиады в течение всего учебного года на территории округа будут проводиться состязания по четырем видам спорта. Юноши и девушки смогут проявить себя в мини-футболе, волейболе, баскетболе и лыжных гонках. Атмосфера в зале бешеная, спортивная, болельщики кричат, орут, болеют за свои команды. Этого мы и добивались, чтобы молодежь, придя в этот зал, испытала те эмоции спорта, чтобы их команда победила. Первый сезон Пушкинской школьной лиги стартовал с соревнований по мини-футболу. В зональном этапе приняло участие 38 команд. По итогу три команды юношей и две команды девушек, представляющих Пушкина, Ивантеевку и Красноармейск, вышли в финальный этап, который состоялся сразу после церемонии открытия спартакиады. Все хорошо, все понравилось. Организация на высшем уровне. Все команды достойны были, но мы оказались сильнее. Весной по результатам всех соревнований победителей и призеров наградят медалями и кубками. А также станет известна и самая спортивная школа городского округа Пушкинский, которая станет обладателем первого переходящего кубка Пушкинской школьной лиги. Антон Бутовец, Сергей Денисов и Мария Головачева. Новости Большого округа.